Участие в заседании принял и заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. В прошлом году Краснодарский край был одним из самых проблемных регионов по выдаче полисов ОСАГО. Страховщики задерживали выдачу бланков, провоцируя огромные очереди. С начала этого года страховые компании обязали оформлять электронные полисы через интернет. Если уже государство ввело обязательное автострахование полиса ОСАГО, то мы должны создать условия для того, чтобы оно нормально работало. И вот наша сегодня с вами задача еще раз посмотреть, где еще этот механизм подкрутить, чтобы он работал хорошо. По количеству автомобилей Кубань в числе лидеров среди остальных регионов. Только в Краснодаре на 1000 человек приходится 437 машин, больше, чем в Москве. Поэтому сбои в системе ОСАГО, по словам губернатора, это угроза для социальной стабильности в крае.